В эти фестивальные дни саратовцы увидят много интересных работ и известных актеров. Сегодня на сцене театра драмы Евгений Миронов в роли Калигулы. В прошлом году спектакль в Москве наделал много шуму. Приехать в Саратов для актера – большая ответственность. А выступать на фестивале памяти Олега Янковского – ответственность вдвойне. Евгению Миронову довелось поработать вместе с Олегом Ивановичем. Олег Иванович из тех, кто тебя не хвалил, а попадал в суть для того, чтобы у тебя разожглась какая-то, знаете, какое бывает чувство, седьмое чувство, или бывает какая-то неведомые силы в тебе рождаются, неведомые. Саратовцы увидят спектакли Питерского и Ярославского театров и даже работу молодых испанских актеров. Они привезут спектакль, который поставил бывший режиссер театра АТХ Иван Верховых. Ну а завершится фестиваль еще одной работой нашего земляка Максима Матвеева. Он выступит в спектакле театра «Табакерка» в пьесе «Дьявол». Ирина.